под наклон. Как? И стараемся, смотрите, не вот так вот сгибаться, а как бы вот животом. Да, вот, родственник Буратино еще один. Есть еще. На три стороны. Да, подавить надо, я сам так не подавлю. Сейчас по парам подавим потом. Вот здесь, как бы животом. Лбом старайся тянуться вперед. Стопи вот. Стопи там лбом. Во! Надо, чтоб кто-то давил. Сейчас. Давайте по парам тогда. По двое, давайте, помогайте друг другу. Нет, 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 вот он тянется, а ты ему помогаешь. Он тянется, ты ему помогаешь, потом меняйтесь. Какую точку давить? На лопатки? Так нет, же. Ниже. Ниже? Ниже, старайся ты, именно, чтобы он сгибался в районе поясницы. Так же, как Сергей. Вот сюда. Колесо сильно. Вот, вот сюда, да. То есть на три стороны. Поменяли. Самое главное, чтобы колено было прямое, да, может даже вот так вот, да, но все равно, чтобы сгибать с прямым коленом и животом ноги. Во, колено, колено. Сильно его не раскачивай, не сильно амплитуду, наоборот, поменьше амплитуду, да, вот здесь, да, правильно, чтобы он сгибал поясницу. Так, слушай, сейчас. Слушай, Лех, а вот я помню, где так начинаю растягивать. И потом в статическом положении, просто в голове раз это и подожди, выдохни. Подожди, мы сейчас сделаем как-то. Сделаем, да? Теперь все сели и все. И лево-право резко начинаем просто. Прям раскачиваем все сильно, быстро-быстро. Лево-право, это хорошо растягивает. Прям сильнее, амплитуднее. Амплитуднее прям. Полностью корпус кидает ноги. Сильнее. Лево-право. Вот тут как раз хорошо растягиваются связочки, динамически. Все, стоп, поднялись. Ну, вперед, ну, так, кто как может. Вот, теперь таз находится сзади, отжимаемся. Стараемся грудью...